Здравствуйте. 15 апреля 26 лунный день. Созди Будд с элементом воды, стихии земли. Особенный день для благородных людей. Практика созерцания, медитации, создавать планы, подписание контракта, договора, продажи, принятие важных решений, развитие благородных дел, праздников, также новоселье, влаживать сбережения, устранять негатив, стрижка волос к стабильному счастью. День неблагоприятный установлению фундамента, в дальнюю дорогу, передвижение войск. Благоприятен для людей родящих год, коровы, змеи. Неблагоприятен годам, лошади, мыши и зайца. И в Логинском скучундуане хорл заглэнэм но ани дуане торчат базура и ролчат дуане сунды. Будьте благородными.